Да, отлично слышно. Хорошо, друзья, рад всех видеть в конференции. Сегодня мы как раз поговорим о важных вещах, которые позволяют нам эффективно развивать бизнес. И мы понимаем, что сегодня изменяется мир, изменяются вообще технологии и изменяется мышление людей. И иногда людям, которые работали, строили бизнес на земле, иногда нужно перестроиться. Я называю это перекоммерциализироваться на новые технологии. И сегодня мы предоставим феноменальную систему, позволяющую синхронизировать работу человека на земле и параллельно в интернете. Ну, чтобы к этому перейти, и чтобы мы друг друга хорошо поняли, нам нужно понять вообще, с какими проблемами на сегодня мы сталкиваемся в бизнесе, почему 95% людей терпят поражение в сетевом бизнесе, 4 фатальные ошибки, которые существуют в бизнесе, и как сегодня построить многотысячную и многомиллионную организацию благодаря системе. Итак, давайте сделаем вкратце обзор. Я не буду об этом много говорить, но коротко, чтобы мы понимали, какие есть проблемы и как мы их легко решаем. Первое. На сегодняшний день мы знаем, что в компаниях мы получаем ссылку от компании, да, и какой-то маркетинговый материал. То есть и люди начинают работать, привлекать бизнес через такие методы. Но, к сожалению, что делать дальше, как работать дальше благодаря этим материалам, люди не знают и как его дальше использовать. Дальше, мы понимаем, чтобы эффективно шел бизнес, нам нужно обучить хорошо человека маркетингу, продукциям, акциям, промоушенам и так далее. Если мы быстро обучаемся и обучаем партнеров, то наши партнеры могут выстроить первую линию своего бизнеса. Но, как говорит практика, вряд ли его продублирует вторая или третья линия. Почему? Потому что сейчас мир чуть-чуть перестроился. Мы видим, что люди бегут за быстрой прибылью, и на обучение, и обучаться, где-то ездить, приходить в офисы, на это, по сути, нет времени. Мало того, что с каждым днем бизнес становится все более и более информативней, и не каждый способен обрабатывать, или не то что обрабатывать, а быстро меняться под новые технологии, использовать медиаресурсы. И чтобы понимать, что происходит вообще в интернет-пространстве, мы должны понимать вообще, какое мышление сейчас у людей нового поколения, которое работает уже в интернете. И мы видим, что мышление становится отрывочным от чтения поверхностным, а следовательно, тексты люди читать не хотят. Люди смотрят, по сути, поверхностно. Они активно настолько увлечены интернетом, и это отражение состояния мозга человека. Как это отображается? Дело в том, что многие люди, которые уже работают в интернете и просматривают вскользь какую-то информацию, они уже по-другому мыслят. И люди не привыкли получать какие-то большие тексты, ходить в офисы, слушать информацию и так далее. Им нужно быстро понять. Почему? Потому что интернет, мы видим вот статистику, которую сейчас мы брали из интернета, чтобы понимая новое поколение, мы заметили, что мышление становится отрывочным, чтение поверхностным. Пользователи лишь по диагонали просматривают заголовки и аннотации. В итоге превращается в простых расшифровщиков информации. Следовательно, чтобы донести до человека информацию, нужно понимать, как он, его мозг на сегодняшний день работает. И мы показываем статистику в интернете, что на сегодняшний день новых людей стимулирует вообще покупать, входить в бизнес и приобретать ту или иную продукцию. Вот статистика, мы видим, что 60% потребителей просматривают информацию через свой ноутбук. Ролики, они должны быть в течение 2 минут. 52% покупателей более уверенно принимают решение о покупке или принимают возможность той или иной компании просмотреть ролик. На один просмотр зрителя на ноутбуке приходится 3 мобильных зрителя. То есть мы понимаем, что люди уже смотрят информацию через свой мобильный телефон и, естественно, уже принимают решение.
ну и так далее. То есть мы видим, куда движется мир. То есть и не понимая вот эти тенденции развития, мы не понимаем, почему на сегодняшний день офисы пустые, потому что людям надо быстро, мгновенно дать информацию в том виде, на котором их уже сейчас адаптировался мозг. Дальше, следующая проблема – это потеря компетентности. Что такое потеря компетентности и вообще что такое компетентность? Это наличие знаний и опыт, необходимые для эффективной деятельности в заданной предметной области. То есть мы понимаем, то есть такой эффект мини-я. Если мы разобрались в продукте, у нас есть опыт, то мы привлекаем себе в бизнес человека мини-я с менее меньшим опытом объема личности, влияния и так дальше. И мы понимаем, что это звено с каждым разом оно все ухудшается. И впоследствии у нас на каком-то уровне сидит орангутан, который не понимает вообще, что такое бизнес, что такое MLM и как вообще его строить. Он рассказал таким же людям, как он сам, 10-20 клиентам, ему сказали, что это неинтересно, и он понял, что бизнес неинтересен, и на этом все заканчивается. То есть мы видим этот процесс и потерю компетентности. Следующая ошибка, которая сейчас происходит у многих лидеров сетевых компаний, это однобокость ведения бизнеса. В основном лидеры начинают продвигать либо в интернете. В интернете, так как мы понимаем, мышление оно отрывочное и поверхностное, то люди не вникают в суть дела. И просмотрев какую-то поверхностную информацию, они говорят уже, мне это неинтересно. И естественно, бизнес через интернет хуже строится, чем на земле. Например, да? Или, например, на земле проблема другая. Пустые офисы, потому что у людей не хватает времени, мышление изменилось, им нужно быстро получить информацию и принять решение. Есть еще такая проблема, отсутствие постоянной системы обучения в городах. Это когда лидер приезжает в город, он строит там или уже построена организация, он повышает товарооборот, но как только он уезжает, его не могут повторить, потому что лидер получается неповторяемый, потому что он нарабатывал свои лидерские качества в процессе определенного жизненного опыта. И естественно люди начинают товарооборот стухать и в основном вообще останавливается. Следующее, очень важно делать продвижение гармонично двух направлений. То есть мы строим на земле и 50% в интернете. Я называю это слово, оно относилось раньше к синхронизации каких-то процессов в интернете, да, там баз данных и так далее. То есть слово синхронизация, возможно, вам уже всем понятно. Но сейчас мы синхронизируем процесс работы на земле и в интернете. То есть, другими словами, когда мы провели работу на земле, мы продублицировали этот же процесс в интернете, и когда мы уезжаем, люди на том же энтузиазме и также продолжают работать, потому что мы дублируем себя в интернете благодаря системе. Сегодня мы покажем, как это происходит. Ну и следующая ошибка, так как люди бегают за быстрыми деньгами, не понимая, что такое бизнес, или не поставив бизнес на уровень системы, что он уже работает без его, то есть он так научил лидеров, что они так дублицируют его, что не нуждаются в его поддержке, и бизнес только растет, а не падает. Но это можно сделать благодаря системе. Но многие люди этого не понимают, и происходит расфокусировка. Они начинают бегать с одного проекта в другой, пытаясь быстрее где-то заработать. То есть мы понимаем принцип фокуса, да, пример линзы или пример дятла, или пример, очень интересная фраза Брюс Ли, которую я недавно вычитал, он говорит, я не боюсь человека, который изучает 10 тысяч ударов, я боюсь человека, который изучает 10 тысяч раз один удар. Вот и о бизнесе всегда надо изучать 10 раз один и тот же бизнес, чтобы достичь какого-то хорошего результата. Или пример дятла того же, или линзы. Итак, что же сегодня позволяет нам построить организацию, синхронизировать наш рабочий процесс на земле и в интернете? Это только система. Но чтобы перейти к системе и дать вам четкий пошаговый алгоритм, я хочу показать инструменты, которые на сегодняшний день не работают в MLM-бизнесе.
И мы видим два таких направления – интернет и на земле. В интернете нерабочие инструменты – это одностраничные сайты, блоги, личная рассылка, доски объявлений, генераторы трафика, создание инфопродуктов и так далее. Почему? Потому что MLM-бизнес – это дубликация, это простота в действиях. Одностраничный сайт создать – это сложный процесс, вы можете это сделать, привлечь в первую линию, но вы будете только делать один, вас никто не продублицирует. Или написать личный блог. Если человек хорошо имеет хорошие способности писать, он может очень хорошо писать, где люди будут регистрироваться в вашу компанию. Но, к сожалению, это не дублицируется, не каждый может писать. И так далее. То есть мы видим, что эти инструменты в интернете никогда работать не будут, потому что MLM-бизнес – это MLM-дублицирование. И также инструменты офлайна – это расклевка объявлений, опросники на улицах, приглашение на работу или поиск через рекрутинг. Это тоже устаревшие методы, отнимают много времени, усилий, и результат от них очень маленький. Почему? Потому что в 21 веке мы хотим быстрее проводить какие-то сделки, быстрее получать доходы, потому что уровень жизни всегда растет, а доходы нет. И сегодня механизм, который позволяет нам выстраивать большие организации, это феноменальная система привлечения новых партнеров и клиентов в ваш бизнес. Основные функции системы мы показываем здесь, это поиск целевой аудитории, это тугой поток клиентов на ваш веб-ресурс, который вам не надо создавать, это легко дублицируется, заполнил профиль, сейчас я покажу. Это создание горячей клиентской базы, вот благодаря этой системе у нас партнер, это шокировало, конечно, всех, за 2 дня привлек около 1900 чем-то человек. Представьте, имея сегодня даже мобильный телефон, если вы попросите, я вас попрошу обзвонить своих 1000 знакомых, то вам 2 дня не хватит обзвонить только их. А он мало того, что привлек, он их еще и мало того, что рассказал о бизнесе, так он их еще и обучил. То есть вот что делает система. Скорость донесения информации, отсортировка беспорядочных людей, это естественно уже делает система. Ну и выстраиваем цепочку потоковой рекламы для завершения сделки. Я не хочу давать обзор, как сегодня вообще перераспределяются финансы на рынках, да, кто имеет на сегодняшний день вообще продавать, их кому уходят деньги, потому что методика донесения информации, выстраивание цепочки потоковой рекламы и маркетинг, вот что сегодня дает возможность людям продавать и строить бизнес. Ну, об этом мы сегодня не будем говорить. Дальше мы покажем вообще, зачем нужна система. Мы это знаем, да, маленькая группа людей с организованной системой мышления меняет этот мир. И вообще, что такое система. Даже, ну, есть люди, которые не понимают, что такое система. Даже если вы принципиально не придерживаетесь никаких систем, то должны делать это последовательно и систематично. То есть даже не придерживание системы есть тоже система. Итак, коллеги, переходим мы к системе. Что же собой предоставляет система и как она работает? Давайте рассмотрим, что же система такое Grand Union. Это профессионально-маркетинговая система в интернете, разработана для глобального развития автоматизации сетевого и партнерского бизнеса. Она позволяет вам легко управлять своей структурой. Она позволяет привлекать большое количество потенциальных клиентов. Она позволяет вам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году обучать ваших партнеров полностью автоматически, один раз выставив систему обучения, и человек уже может без вашего участия быстро осваивать. Ну и мотивацию, которая постоянно подогревает, держит вашего потенциального клиента в тонусе и не дает ему расслабиться. И, естественно, легко дублицируемая, потому что эти процессы, которые сегодня я вам покажу, они дублицируются очень легко. Итак, коллеги, что же человек получает в системе? Первое. Он получает методики привлечения людей, то есть это реклама. Реклама различными способами. Почему? Потому что наша задача определить
потенциальных клиентов, а для этого нужно просеять большое количество людей. Те, кто работали на земле, занимались рекрутингом, понимают, чтобы создать команду, сколько людей надо просеять, для того, чтобы создать тех людей, необходимых в бизнесе. Система, она отбирает и вам создает уже горячих потенциальных клиентов. Минуточку, извините. Потенциальных клиентов, с которыми работает система. Смотрите, как она делает. Мы показываем вообще, как привлекать большую массу клиентов. Там за два дня любой партнер, настраивая поток рекламы, создает потенциальных больше 100 клиентов. Они попадают, у каждого партнера есть свой одностраничный сайт, где система автоматически подстраивает его под каждого партнера. Чтобы получить партнеру сайт, такой одностраничный, да, ему нужно просто настроить профиль. Ну, это технически очень легко. То есть вбить e-mail, вбить Skype и загрузить фотографию. И на сайте появится фотография партнера одностраничника. Задача одностраничного сайта. И привлечь, то есть заинтриговать, привлечь внимание, заинтересовать, побудить у человека решение, чтобы узнать больше и заставить его сделать некоторые действия. Это вбить e-mail и записать свое имя, чтобы вы должны знать, с кем связаться. Этот сайт, он собирает всех людей, с которым вы соприкасаетесь. Ну, например, вы работаете на земле, да, у вас есть визитка, или, возможно, вы работаете через какой-то флаер или листовку, то обязательно на визитке, на флаере или листовке вы оставляете адрес своего сайта. Почему? Потому что когда он зашел на сайт, видео заинтересовало, двухминутный продающий видеоролик, он его заинтересовал. Естественно, он вбил свои данные, и третий этап, то есть второй этап, куда он попадает в свой личный кабинет. И вот в личном кабинете, задача личного кабинета. Ну, личный кабинет, это, другими словами, можно сказать, как офис на земле. Только люди сейчас в офисы не приходят, они хотят быстро получить информацию у себя дома или там через телефон посмотреть, через мобильный какую-то информацию. Узнать больше, например, о компании. Так вот, офис в интернете, он позволяет, то есть ознакомливает человека с системой, он ознакомливает человека со своим спонсором, он ознакомливает человека с компанией, он показывает возможности бизнеса с этой компанией, в которой вы работаете, да, и он подготавливает человека к начальной регистрации в компании. Следующее. Когда он получил через видеоролики определенную информацию о компании, он заинтересовался, может быть, сразу позвонил спонсору, то таким образом он регистрируется уже в вашей компании, профили, которые мы настраиваем. Таким образом, решение он принимает, он регистрируется, оплачивает продукт и получает партнерскую ссылку в системе. И таким образом вся система уже работает и привлекает на его структуру, на его партнерскую ссылку и так дальше. Дальше он получает пошаговое обучение, где он настраивает систему, получает обучение об основам бизнеса, которые лидеры обучают в офисе, где дублицируют себя, то есть синхронизируют себя с интернетом. И люди в интернете могут дома у себя слушать те же школы, которые человек проводит в офисе. Запускает рекламу, то есть таким же образом, и привлекает первых 100 клиентов и ставит их на систему 12, дублицирование. То есть с этими 12 он обучает так же самое, как запустить рекламу, привлечь первых клиентов, которые также обучатся, зарегистрируются, оплатят и получат продукт. То есть вот так работает эта система. И таким образом, это не только легко дублицируется, этот процесс, он не только позволяет легко повторить каждому человеку эти шаги действия, но это еще переходит с дубликации на мультипликацию, где каждый человек в этой системе даже без компетентности спонсора, даже без его опыта и знаний может проделать простые шаги действий. А компетентные люди, чтобы не терялась компетентность наших партнеров, то есть самые лучшие лидеры, они наполняют эту систему, потому что если они достигли результата, они умеют провести хорошую презентацию. Эта презентация включает людей. Так вот эти люди, спонсоры, приглашают, проводят презентацию, дублицируют себя в системе. Новичок,
он знакомит через систему со своим спонсором, то есть логика сетевого бизнеса не теряется. То есть только если раньше мы проводили на земле, да, наш новичок приглашал своих знакомых, друзей на своего спонсора. Знакомил спонсор рассказывал, и таким образом заключались сделки. То есть здесь человек запускает рекламу, знакомится со своим спонсором, он вместе с этим новичком учится в системе и уже обучает человека, как оплатить и как настроить систему и запустить рекламу. Все. А лидер создается внутри системы, его бренд, и таким образом он помогает своей структуре. И так далее. То есть преимущества системы, какие же выгоды? Первое, это возможность построения за короткий период структуры. То есть за 3 недели работы благодаря системе мы выстроили организацию более 7 тысяч человек, уже под 8, к 8 тысячам подходит сегодня. Второе, это возможность партнерам получать от вас бесплатную систему с вашим личностным брендом, то есть личным кабинетом, начинкой в виде обучения, презентации, маркетинговый материал, полезные новости и так далее, которые логически четко выстроены в системе, короткие, которые они короткие, делаются просто обзор каких-то вещей, потому что человек не хочет слушать и смотреть долго. Ему надо в течение двух минут дать какой-то обзор, чтобы он быстро мог понять вообще смысл бизнеса и системы. Каждый партнер вашей системы получает свой личный сайт. Вы освобождаете 90-100% своего времени, которые, возможно, тратили на контроль и развитие бизнеса, а также поиск клиентов, потому что поиск клиентов генерирует вам наша система, мы показываем, как это делать, да, через e-mail маркетинг. Вы уже работаете, по сути, с готовой личностью. Возможно, вы не проводите те же презентации, потому что когда он попал в вашу систему, то он уже ознакомился и с вами и вашей компанией. Он только, возможно, ждет звонка. Если он не ждет звонка или, возможно, он еще не ознакомился, его заставит ознакомиться с этой системой в вашем бизнесе серия писем, которые привязаны к системе, которые рассылают за вас уже определенный ряд писем, которые мы с вами выстраиваем. И побуждает человека проделать определенные действия, потому что он начинает видеть, как проделывают это другие люди, которые уже сделали, какие они чеки получают, как они отдыхают, на какие курорты ездят. А он сидит, лопух и смотрит. И таким образом система начинает осуждать человека за его бездействие и обвиняет его в его несостоятельности, лишь его самого, потому что он не взял ответственность за свою жизнь и не проделал простые обычные действия, что проделали другие люди. То есть это выгоды системы. И дальше, повысить уровень доверия к вам и вашему бизнесу, потому что люди понимают, что ездить никто никуда не будет, а через интернет человек хочет быстро обучаться и строить бизнес. Эта система позволяет человеку строить даже у себя на рабочем месте, если у него есть доступ к интернету и директора его компании не заблокировали этот доступ, то он это свободно может делать параллельно какие-то вещи, свободные от работы времени или в перерывах. Итак, главное, ваш бизнес один раз правильно настроен, сможет работать практически на полном автомате 24 часа в сутки. То есть представьте, что вы можете консультировать каждого партнера в структуре, неважно в какой он стране, круглосуточно. Вот у меня очень хорошо развивается в моем бизнесе структура в Хабаровске. Хотя часовой пояс вообще разный. Я сплю, а они там работают. Потом они спят, тут работает система. И таким образом, тут, когда мы проводим какие-то презентации, мы делаем ролики, записи, выкладываем в своем кабинете. Когда ложимся спать, в личном кабинете в офисе, коллеги в нашей структуре, они смотрят и учатся параллельно в своем регионе, независимо спим мы и отдыхаем или путешествуем. Абсолютно легко дублицируется и переходит в мультидубликацию. Ну, мультидубликация — это как бы на русском языке такое новое слово, да, на английском это multiplication, то есть мультипликация, правильно, которая легко позволяет делать
многочисленные дубликации, потому что дубликация – это разовые какие-то функции, да, это не могут каждый дублицировать из-за каких-то физических там данных, возможностей, харизмы лидера и так далее. Так вот, система позволяет мультидублицировать, потому что харизма лидера, она отражается на всей структуре, и люди идут на бренд лидера, а не на человека, который, может быть, еще ничего не знает о бизнесе и не понимает, что такое MLM-бизнес вообще. Но так как он партнер, ему дает чек, вдохновляет, заставляет учиться, и, естественно, эта система позволяет мультиплицировать наш бизнес. На этом вкратце все, коллеги, о системе. Больше будет понимания, когда вы начнете работать с ней, когда вы проникнетесь ею. Почему? Потому что вот уже по опыту у нас были сложные такие процессы становления, когда происходили DOS-атаки, кому-то это очень не нравится, то люди лишались системы на 2-3 дня. И, честно говоря, они не понимают вообще, как уже строить бизнес, не имея системы. Это надо сидеть в каких-то кафешек, приглашать людей домой, рекрутировать. Ну, за день сколько придет человек? Ну, 10, если встреч произведем в день, то это очень хороший день прошел. Из них, если 1-2 сделки заключим, так это вообще супер день. Ну, не каждый может на это тратить полностью целый день, и это не дублицируется так, как нам бы хотелось. То есть это единичные дубликации. Система позволяет, еще раз повторю, мультиплицировать. Итак, коллеги, возможно, у вас есть какие-то вопросы. Я могу ответить, можете задавать вопросы. Я понимаю, что это все непонятно и будет сложно. Система, сколько существует система? Ну, разработки этой системы мы шли всю жизнь. И основатели системами являются, это одни из лучших топ-менеджеров, да, которые имеют опыт, немаленький опыт в сетевом бизнесе и понимают, как работать с международными структурами. А вторая часть бизнесменов – это разработчики Силиконовой долины в Соединенных Штатах, которые разрабатывают приложения для андроидов и Apple телефонов. iOS. То есть система становления системы, она был процесс очень болезненный, долгий. Если я начну рассказывать историю вообще разработки этой системы, то это займет очень много времени. То есть, но система работает уже не один год, в идеальной форме мы уже запустили ее на одну компанию и показали потрясающий результат. Есть еще ряд компаний, которые параллельно вот уже делают, более 7 компаний, которые уже вывели лидеров в топы. Мы показали огромный товарооборот благодаря системе, да, но есть некоторые нюансы, которые придется столкнуться, возможно, в некоторых маленьких компаниях, это с руководством компании. Потому что система, ну как бы, если компания не уверена в лидере, что он будет работать, то есть лидер создает компании некую такую, ну, если руководители компании адекватные, то угрозу не создает. Если неадекватные, то, естественно, они начинают, были такие случаи, где руководство компании запретило использовать любые инструменты продвижения в интернете, кроме своих собственных. Ну, сразу показало уровень компании, естественно, это нехорошо сказалось на самой компании и на лидерах. То есть вот так. То есть создание системы около, ну, шли более, я вам скажу, 2002 года. Те, кто меня знает, я давно использую интернет-ресурсы, обучал в свое время создание блогов, одностраничных сайтов, рассылки, как это делать, но это не работает в MLM-бизнесе, это не дублицирует. Что такое система 12, почему не 10 или не 13? Почему система 12? Это уже психология человека, потому что человеческие способности, они могут воспринимать
12 категорий людей, не больше. Ну, система 12, если это отдельная школа, мы уже говорим о системе 12, на системе 12 вообще построен весь мир, потому что есть 12 часов времени, есть 12 систем в организме, есть 12 систем витамин, которые необходимы для жизнедеятельности организма, есть 12 планет в Солнечной системе, есть 12 колен Израилевых, благодаря которому продолжался род человеческий, есть 12 учеников Иисуса Христа, которые оставили след в истории. Почему не 13? Ну, это надо спросить у Бога. Ну, почему-то 12. То есть так мы устроены. Наш мозг, он не воспримет больше, и нам больше не надо. Система 12 – это та система, которая позволит оставить вам след в истории, и о вас будут помнить не одно поколение. Вот почему 12. Значит, компания зарегистрирована официально уже в Соединенных Штатах с этого года, где мы уже поставили на серьезный поток юридическое соглашение в Калифорнии, Сан-Франциско, где именно непосредственно наш сооснователь Леонид Бекер сегодня, он сейчас в Штатах решает вопросы с Google по привлечению клиентов в прямом времени, для того, чтобы в нашей системе вообще человек, который задает определенные запросы, приходила база данных, где мы можем направлять свой одностраничный сайт на этот поток клиентов. Но это сейчас в разработке, и мы уже будем это делать чуть позже. Ну, пока мы работаем с потоком клиентов, поверьте, у вас не будет проблем. Это нужно загружать отдельный слайд. Я вам бы показал на простых примерах вообще, как построить за 7 недель 35 миллионов человек по системе 12. Это просто обучив 12, запустить рекламу на следующей неделе, чтобы они сделали точно так же. На 7-ю неделю у вас 35 миллионов. И это 10% ресурсы системы, которые она уже сделала. Потому что потенциал системы не 12 привлечь за первую неделю, а больше 100. Ну, вы просто физически, человек не способен сработать большей группой, как 12. То есть здесь должна быть четкая это, которые 12 лидеров, которые мы взращиваем, которые становятся приверженцы компании, системы, с лидером, которые идут. Ну и, естественно, в этих 12 еще один предатель должен быть, как всегда. Но это шутка. Да, дело в том, что о нас вы сейчас информацию и не найдете. Почему? Потому что сейчас только мы разрабатываем франшизу. Эта система разрабатывалась только одной компанией, и только сейчас мы начали масштабироваться. Мы уже создали параллельно несколько систем, тестировали, проверили и начали масштабироваться, потому что у нас эта система будет работать по партнерке. То есть у нас сайты есть, ролики есть, вы можете их полно найти. Эти ролики гуляют, их копируют различные компании и начинают просто использовать как обучение для своей структуры. И их очень полно. Но, к сожалению, мы не хотим показывать у нас информацию. Почему? Потому что мы хотим выступать как подрядчики, разработающие софт для вашей компании, а вы будете уже везде светиться, а вас будет много знать. Наша цель, чтобы ваш бренд рос, а не наш. Наш он будет, естественно, расти уже впоследствии вам. То есть почему? Потому что Grand Union, по сути, это бренд команды, это не название системы. Это бренд команды, где тоже на базе Grand Union мы уходим от этого бренда, потому что для того, чтобы система она была для всех. То есть система и название бренд команды. И таким образом вы создаете свою систему, становитесь владельцем и учредителем своей системы. Через какие сервисы происходит рассылка? Мы работаем с смарт-респондером, прикрепляем. Вы можете использовать другие сервисы, но мы не советуем. Мы уже четко
опробовали смарт-респондер, и через него мы делаем шаблоны в системе, мы делаем дизайн шаблонов, дизайн сайтов, дизайн кабинетов, полностью разрабатываем бренд, разрабатываем логотипы, записываем два продающих ролика вам, снимаем фотографии для того, чтобы вы могли уже ну, себя брендировать, свою команду. Так, система сколько стоит? Анатолий, сколько стоит система? Это уже с лидерами компаний вы работаете, но в основном у нас цена брендирования 10 тысяч долларов система, которая стоит для лидеров компании. Так, через какие сервисы происходит рассылка на сервисы, а серверы? Через какие серверы происходит рассылка? Через Smart Responder. То есть мы работаем конкретно со Smart Responder. Рассылка идет со Smart Responder. А на каком у него сервисе, это вы спросите уже у Smart Responder. То есть вы можете позвонить на сайт Smart Responder напрямую сразу и спросить, на каких сервисах они ну, хранят информацию или рассылают, с какого сервиса, вы можете узнать. То есть это идет не спам, то есть это сервис проверенный и рейтинг до, ну, дохождения писем очень высокий. Мало того, что мы договорились, что для наших владельцев системы будут приходить письма без подтверждений вообще на согласие получать письма от той или иной рассылки. То есть сейчас они нас тестируют, проверяют, и мы уже сделаем для вас, где не надо человеку заходить на почту и подтверждать. То есть он вбил данные, и сразу пошла серия писем. Но мы будем контролировать также, не то что контролировать, а помогать создать серию писем, чтобы ну, человек грамотно обращался с этим инструментом. И мало того, что копирайтеры, психологи, они создают серию писем для того, чтобы под уже новое мышление людей письмо доходило и ну, в его голову, чтобы заставляло делать какие-то выводы и принимать решения. Хорошо, еще может какие вопросы? Если есть вопросы, то я могу еще ответить. Уже по работе с, ну, по работе с привлечением клиентов системы 12 это дубликация, то есть мы уже в кабинетах владельцев выставляем эти все тренинги, это обучение, они просто смотрят и уже начинают делать на ну, эти обучения, ставить в своих кабинетах. То есть у нас кабинеты состоят из двух кабинетов. Есть кабинет владельцев, где мы работаем непосредственно с лидерами над их брендом и системой пошагового обучения в кабинетах. А они уже перекладывают это уже для своих партнеров под свою компанию. То есть вот так происходит работа с топ-лидерами компании. Хорошо, коллеги, если вопросов у нас нету, мы можем приступать. Почему? Потому что, я так понимаю, здесь у нас сегодня в основном с компанией OrganoGold, чтобы мы могли максимально уже, ну, вы могли максимально понять работу системы, это надо уже работать в ней. И тогда вы поймете, что без системы практически работать невозможно. Ну, на сегодняшнем мире бизнес без нее не построишь. Хороший так уж точно. Почему? Потому что люди поменялись, мышление изменилось, им надо быстро и сейчас. Хорошо, вопросов больше у нас нету. На этом все. До свидания, счастливо всем.